куча яиц. Привет всем, Христос воскрес! Да, вот, тут есть куча яиц. Вот, смотрите, тут почти все, кроме одного. Вот такие вот. Одно вот такое вот, правда, собаку утащила. Но это ничего страшного. Мы поделим на четверых. Рената тоже будет кушать. Мы ее заставим. Вот тут обычная, смотрите. Что, мама, вот хватит? Это тяжелая, значит, это обычная будет. Ой, я тут прям замотана. Это тяжелая, обычная. Да, значит, остальные обычные. Вот это много сейчас в этом году. В прошлом, помните, было только 3 и обычных яйца. А тут все. О, почти. Осталось только вот эти, наверное. А вот у Леры еще вот это. И обычные. Все. Кай. Такое яйцо. Давайте сразу делить. Смотрите, тут уже гора этих. Так что вы их все сюда. Грузим. Ничего, не побилась. Птичка, может, что раскрывать? Давайте их делить, смотрите, каждый берет по вот такому яйцу. А, их надо всех найти. Вот, знаете, я дал каждому. Я себе цыпочку. Марта, эти цыпы две, да? Так, они 4. У вас со стола не укатятся? А, тогда я цыпок не буду есть. Смотри, держи, Марта. Это у нас мое. Вот, сейчас вам 3 тарелки, чтобы вы могли рассортировать яйца. Эй, ко мне не ложат. Такой. Нет. Вот так. Ну, вы простые тогда здесь оставляете. Медьона нет у меня еще. Нет, нет медьона. Лео, почему у тебя 2 цыпы? И мне цыпы. А мне цыпы нет. Лера, у тебя есть медьон, значит, у вас нет медьона. Остальные обычные. А у тебя же вон шестое. Я налазала. Давайте разделить. Сколько? По 4? Нет, я сама буду делить. Цыпу, да? Беда. Марта, ты тоже цыпу открывай, дели на 4. Ой, на 2 дели. Что за 4 говорю? Я цыпа. Давайте. А что? В цыпе что-то ест, Марта? Давай проверим. Нет, ничего. Да, вот такую цыпу собака съела, соседка. Не нашли одного яйца. О, нашли только фантик. Все, да, 4. Держи, Марта. И Ренате, Лера, дашь своего. Я ничего не делаю. Слушай, Лера, у тебя слишком мало. Вкусно? Да. Ага. Ага. А первое и что? Ой, я вспомнила, однажды в зиму, смотрите, упала звезда. Папа пошел ее ловить, типа, и принес вот такой вот киндер, только такой. Там был, как, вот от вот этого вот. А посмотри, в этом еще есть? Толстый шоколад. Есть. Толстый. Вау, какая игрушка. Цыпа. Наверное, это ты кого размотала? Вот такое ты яйцо размотала. Ангри Бёрдс. Да? Вау, это очень необычно. А тут яичко. И я. Гитара сейчас упала. О, узор. В Ангри Бёрдс такой необычный. Смотрите, узорчик. Угу. Скрябль. Сейчас, о, дайте заценим игрушки. А ты что, зайчик что ли купил в магазине? Смотрите, у меня тут какая-то фигня. В Angry Birds это не Angry Birds. Почему-то. А тут мое. Я Angry Birds. Я пожалуюсь. Вот сюда вот поставь. Когда съем яйцо. Наверное, ее настоящий. Самолетик. Блин, ну-ка, покажи-ка самолетик. Во. Смотрите, вот тут инструкция, как его складывать. И шоколад. Первое, это надо вот эту детальку присоединить. Колесико. Ну, как-то, наверное, вот так присоединяется. О, у нас уже такой велосипед. Это что тут у нас такое? Велосипед. Как тебе достать? Я не знаю, да, такой велосипед на колесиках. И вот это в эту сунуть. А тут она запаяна.
Вау! Так. Все, расплавила. А готово. Это? Упс. Марта такая же как у меня на вкладыше. Не, не на как вкладыше. У них всех розовые верхушки почему-то. А вот тут еще надо это присоединить. Вот. Положи вот это. Вот какая бабочка. Какая бабочка? Это у нее в каком попалось? Это у меня. Бабочка с колечками. Она почему-то... Бабочка с колечками. А ты знаешь, как это? Открываешь, и на одной стороне встретишь вкусняшку, а на другой стороне можешь посмотреть игрушку. А вот так что ли надо было? Такое. Я такое на камеру. Вот, собрала. Я высосила. Они запаяны, смотри. Вот, все. Она вот так ездит, смотрите, только почему. Надеюсь, летает. Ух ты! Не получится так, с этой игрушкой вкусняшка отдельно. Там игрушка отдельно от вкусняшки, да? А, я поняла, ты вот там игрушка. Наверное, тут. О, тут вкусняшка. Тут, наверное, ложка приклеена, тут, наверное, будет вкусняшка. Вот, вкусняшку можешь положить, я помогу. Вот, открывай. Бери тут за язычок. Спасибо. Держи. А со с колеса. Или колеса я отбил. А, вот. Вот и кроватка есть. Колесики. Для бабочки теперь есть такая вот кроватка. Вот сейчас раскрою бабочку. Давайте я раскрою бельёна. Ха-ха-ха. Бесщадно уничтожаю. Вот тут такой же узор. Красиво! Когда как они красиво будет. Короче, уничтожитель 2000. Я смотри. Ну, такая же, я только конфетка. Ой, ванну вкусняшка. Угу. Что там у нее? Домик. Угу. Домик. Я ждала такую сюрпризу. Угу. Ласковица. Вот, вспомнила, как мне мама огромное яйцо купила. Помнишь? Вот это уже как я хотела. Только когда без вкусняшек было, я тогда очень рассердилась. Да, почему так яйцо так и без вкусняшек? Не по порядку как-то. Ну, смотри, какая белая свежка. Ну, это что-то у тебя. Скейтборд. Угу. Поставил челика, и он едет. А в комплекте не идет человечек? Хотя вот так вот отлично. Давайте попробуем шоколад. Такой же, как у цыпленка, или нет? Он более мягкий и более сладкий. Мне пофигать. Попробуй ножиком. Я так знаю, как это собирать. Вот сюда. Кладем вот эту часть сюда. Да, вот так вот. За это ярлычучек. Это я тоже завтра съем. Но у меня как обычно не получится. Здесь будет зато много шоколадных. А вот здесь игрушка. Открывай. Открывай. Чем тогда? Когда-то открой. Открывай. Шоколады похавали. Посмотрим, что это за игрушка. Ложечком подковырнем. Мам, у меня вес бить. Возвращайся. Угу. Второй велосипедик, да? Такой же, как у Леры. У меня скейтборд. Только красный. У меня тоже на это попался велосипед. Вот смотри какой. А у меня классный. Это более легко. Ух ты, тут что-то розовое. Даже за не надо собирать. Это какая-то обезьянка. Любительница медведей попался, медвежонок. Вот даже вкладыш есть. Это медвежонок или мышонок? Мышонок. Мышонок. Это
Вот даже вкладыш есть. Слушай, это медвежонок. Да, ой, Лера у нас любит медведей. Я даже сама ем. А нет, не то же самое. У меня какая-то... А ты сказала пасхальный зайчик. Спасибо. Он же давно упрыгал. Как его открыть? Будет, да, на его вещи кататься. Мам, открой. Кто-то откройте мне. Сейчас открою. Это человечья весна. Так что, это медведь или мышка? Медведь. А у тебя что? У меня чувачечья. Катается. Кстати, у нас такая была, это не валяшка. Не валяшка? Вверх ногами, правда. Вот какой угу. Ну, голова у нее тяжелая. Ее ставишь, она валяется. Она из вот этого набора красных. Ага. И тут не валяшки. А у Лерки медведь вот этот, кажется. Спасибо. Да? Дай-ка посмотреть. Нет, у Леры какой-то добрый медведь, такой, как на этой. Значит, у Леры другой вкладыш. Сейчас съем вот это вот, а вы на Марте посмотрите. Нет, это вкусняшка. С другой стороны игрушка. С этой игрушка. Да. Я открываю. Мама, смотри, на пульке сердечко. У нее, наверное, должен быть вот такой будет. Вот медведь. Смотри, на его пушки сердечко. А, я слышала то, что у них надо подмимили игру. О, а смотрите, какой у меня. Тоже медведь, только красный. Покажи. Вот это тоже милый. Должен был страшный вот такой вот. А у него лапки. Сейчас мы ему покажем. Мата, давай, Мата, они были друзьями. На груди лапка отпечаточек, Мата, да? Давай, да. Они а у Лер нет друзьями. Такого, да? Не, у Лера сердечко. Тут у него ну, магнит какой-то. Наконец-то ты. Давайте приступать к вкусняшке. Тут должен быть шоколад, и это вот. Лера, у них руками, они могут руками. Не, не открывается, потом съем. Теперь это яйцо. А, дайте ножик. Ручки двигаются. Дайте ножик. Вот, смотри, кстати, вот у нас кино на чувачечке. Я. Мне такой же, только классный. Ее все берет вниз. Угу. Давай покатаемся. Ви-ви-ви-ви-ви. У тебя тоже на пузике сердечко? У меня лапка. Да, надеюсь, сегодня тоже будет медведь. Типа мида. Оля, у тебя мальчик, а у меня девочка. Смотри. Видишь, у твоего нет лисниц, а у моей есть. Смотрите, тут по-другому надписи. Вот она девочка, а у тебя мальчик. Это легче. Вот моя баба. А может, ты хочешь классный? О, давай побегаемся. Еще один скейтборд. Та же самая. Только тут наклейка есть. Угу. Сейчас возьму столько. У моего еще кнопки есть. Какой-то усыцка в детстве. Тут еще наклейка есть. А зато где было наклейки, жалко. Мама, смотри, были наклейки. Она еще руками двигает. Смотрите, тут еще наклейка на скейтборд. Так, ну, скейтборд тоже целый. Так же все делается легко. Я пока что свое все. Скейтборд будет кататься на скейтборде. Потому что этот неваляшка падает со скейтборда. То еще одно последнее осталось неоткрытое, да? Кто? У Маты. Это ножка, хочешь я тебе? Да. А моя вкусняшка, не тяжелее. Давайте съедим весь шоколад.
Ложки тут. Тут домик, что ли? Да, домик. Да, домик. Такой же, у меня тоже домик. Мама, у меня тоже домик. Вот смотри. А у меня два одинаковых скейтборда. Да, один с наклейкой. Короче, попарить одинаковые игрушки, но зато разного цвета, да? Вот я пока сюда иду. Два велосипеда, два скейтборда, два домика, два медведя. Ага. У Лилы мальчика, у меня девочка. У Лилькиного нет лисенок, и у ее мордочка вот так. Хотите? Угощайтесь. Вот, ням-ням. Девочка, угощайтесь. Спасибо. Держи. Вкусно? Держи. Спасибо. Слушайте. А я уже сидела, да, и так. Кусайте, не благодарите. Угу, вкусненько. Вкусненько. Ну что, все распаковали? Нет, остались только вкусняшки. Тут даже плохой есть медведь. До свидания, а мы будем близко, пока вкусняшки. Ну, всем пока. 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 Марта, разве так говорят пока? Напугала всех своим простывшим голосом. Все, пока-пока. Пока-пока, мои дорогие друзья. И мои друзья. Еще встретимся в следующих выпусках. Маргарита так занята, что не может даже в камеру посмотреть. Угу. Вот теперь всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Я буду грызть яйцо, а?